Ну что, всем огромный привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, блин, на моем канале! И сегодня я снимаю новое видео, и это будет, наверное, отчасти даже новая рубрика. Почему? Потому что, ну, вы прекрасно знаете, что я люблю дарить приятные подарки своим близким, и в основном я дарю своей сестренке Полине какие-то боксы с приятными подарочками. А теперь я придумала фишку в этих боксах, чтобы они были тематические. И сегодня я собрала для Полины бокс. Бокс Hello Kitty. Я заказала очень много всего, вплоть до вот такой вот игрушечки Hello Kitty из искусственных цветов. И вы не представляете, как долго я ждала доставку, ибо из всех интернет-магазинов я скупила множество товаров Hello Kitty. Тут есть даже какие-то продуктики, которые я не рассмотрела до конца. Тут всякие украшения, например, заколочки. Не буду спойлерить, но, в общем, у меня очень много всяких товаров Hello Kitty. Огромная просто коллекция. Даже есть вот такая вот штучка. Я думаю, многие догадались, что это. Но посмотрите уже тогда, когда Полина будет все это распаковывать. Но для вас будет это мгновение, а для меня пару дней, потому что Полина уехала на дачу с родителями, я осталась дома одна. Из-за того, что у меня постоянные съемки и дела, мне нужно дождаться Полину, когда она приедет из дачи. А это произойдет через 2 дня, и я ей сейчас буду собирать бокс. Я уже разорилась, блин, на все эти коробки, которые я обычно покупаю для Полины. У меня дома просто целая коллекция, блин, этих коробок. И я думаю, что сегодня я ей все сложу вот в эту коробочку, именно маленькие товары, а большие я положу рядом с коробкой и буду собирать этот бокс, пока я одна дома и пока у меня есть свободные 3 часа. В общем-то, я собираю этот бокс, желаю вам приятного просмотра, для вас мгновение, для меня пара дней. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. А вы еще прекрасно знаете, что я королева страшных историй, у меня на канале очень много мистических историй, но недавно, наконец-то, моя книга со страшными историями, которую я написала лично для вас в твердом переплете, наконец-то вышла. Блин, моя книга. Я на свой день рождения, если вы смотрели мой влог, для гостей вот такие вот книжки готовила с мягким переплетом, то есть обложка, она гнется, и тут эксклюзивная подпись и моя роспись, типа к моему совершеннолетию. А тут уже книжки для вас, ребят, и по ссылочке ниже в описании вы наконец-то можете купить мою книгу, там написаны ваши истории, которые вы мне писали в директ в инстаграме, так что тебе обязательно нужно купить, чтобы понять. Возможно, я написала туда именно твою историю и упомянула тебя. В общем, в моей книге собраны мои мистические истории, которыми я еще не делилась с вами, истории, которые были у меня на канале, поэтому обязательно по ссылочке ниже в описании, ребята, срочно переходим и покупаем. Вот, ловите промокод на 15% скидку при покупке моей книги, обязательно пользуйтесь. До 30 июня действует этот промокод. Поэтому, ребятки, блин, я так рада, что у меня книга вышла. И я ее Полинке тоже обязательно подарю. В общем-то, я сейчас буду собирать бокс, и мы посмотрим на реакцию Полины спустя пару дней. Я буду уже в другом образе, естественно, но это будет просто незабываемо. Поэтому мы можем начинать. Поехали. Реакция Полины на мой бокс Hello Kitty. Все, Полин, можешь заходить. Внимание на кровать. Прикинь. У меня просто слов нет. Закрой двери. Как ты думаешь? Я прошарила фишку, то, что я люблю Hello Kitty, и ты сделала... Бокс Hello Kitty? Да, Полин, и тебе не кажется. Прикинь, это я тебе купила ковер, чтобы он в комнате у тебя лежал. Ты же хотела ковер Hello Kitty. Я угадала? Охренеть, у меня других слов нет. Поль, давай, посмотри, что лежит на кровати. У вообще. Меня словарный запас просто кончился. Это из цветочков Hello Kitty, а также плюшевая Hello Kitty. Блин. Ты можешь себе представить, сколько я вообще из сайта ждала все эти товары? Ты с Алиэкспресса или... Типа того, да-да-да. Мне 2 недели это доставляли, и я молчала, прикинь, и тебе не говорила. Блин, круто так. Офигеть. Вау! Чего? Вот это вот. Наклейки Hello Kitty. Это я прям обожаю.
Угу. Спасибо. Не за что. Так, это что, Карин? Это кулер Hello Kitty, прикинь. Кулер? Ты должна пить больше водички, моя дорогая, поэтому я взяла тебе специальный кулер, который будет стоять у тебя в комнате, кулер Hello Kitty. Окей, тогда приступим с него. Давай, начнем с него, окей. Открывай, посмотрим, как он выглядит. Он был в некоторых, в нескольких цветах, но я решила именно розовенький тебе. Доставай. О, слушай. Окей, ладно. Тут несколько литров воды, как бы специальный стаканчик, из которого ты будешь пить воду. Прикинь? Давай я ногтем проткну, ребят, смотрите, лайфхак. Берем ноготь и вот так вот. Опа, теперь можно разорвать. Держи, открывай дальше. Вообще капец. Блин, какой красивый кулер. Все, теперь ты не будешь носиться на кухню за водой. А мне типа его в комнату поставить? Ну да, это как раз для комнаты. Прикинь. Hello Kitty. Также кулер достается, наливается туда водичка и ставится. О, можно вот так просто. Угу. В инстаграме, ребят, в моем, я вам покажу, как Полина обустроила комнату. Ты понимаешь, да, что впереди еще бокс, и это как бы тебе такой презент перед этим. Это поп-сокет с Hello Kitty. Ой. Я знаю, что у тебя есть чехол Hello Kitty, поэтому я взяла тебе... Поп-сокет. Да, вот так вот наливается. Ладно. Так, хорошо. Ставь на краешек. Кулер. Так, приступим. Да, кулер, ну а чё? Тематический Окей. бокс, я не добавляла наполнитель, поэтому ты сейчас все сразу увидишь, что в боксе. Поэтому на счет три давай вместе откроем. Раз, два, три. Поехали. Да-да-да-да-да. Тут все товары Hello Kitty, которые я подготовила для тебя. Да, еще есть вот такая большая мягкая игрушка. Полина за все мягкие игрушки, в общем, сразу схватилась. У тебя теперь целая коллекция их. Все, это, ребята, счастье. Продолжаем дальше. Я вижу. Уже какую-то банку, склянку. Так, это у нас слайм. Да, розовенький слайм. Потыкай в него немножечко. Как он тебе, липкий или не липкий? Нормальный? Нормальный. Окей, сойдет. Давай, смотрим дальше. Мама, мне купила слайм. Дальше. Окей, я вижу какую-то коробку Hello Kitty. Да, это украшения, знаешь, которые сейчас в моде? Вот эти вот всякие детские, которые прям в тренде стали. Всякие бусинки. Которые прям супер для детей, но они сейчас в тренде. Охренеть. Покажи подписчикам. Карина, это очень круто. Ребят, посмотрите, тут всякие украшения, колечко Hello Kitty, браслетики. А ну-ка достань. О, Полина уже нацепила на себя, так сказать, заколочку одну, красотка. Блин, какие крутые украшения. Угу, это что, кольцо? Да. Покажи. Ой, какая красота. Угу. Дальше у нас что есть из украшений? Такая же заколка. Ага, такая же заколка. Это у нас что, резинка? Это браслет. Браслет. Вот такой вот браслетик с кошечкой. Еще один, второй. Угу. Это для тебя. Вообще, как бы, ребят, это резинка, но можно носить и как браслет. Видите, вот такой вот с Hello Kitty. Красота. А, да, это резинка. Ну да, это как резинка. А есть вот такой вот прям точно браслетик. Очень красивый, с камушками. Вау, еще тут есть вот такие вот... Бусы. Надевай. Она сейчас порвется? Не, не порвется. О, это как чокер. Очень красиво выглядит. А ну поближе ко мне подойди. Если с чем-то сочетать, то в принципе будет круто. Да, очень красивое украшение. Супер. Мне угу. нравится. Дальше. Блин, где ты это все достала, Карина? Ну вот так вот искала для тебя, по всем сайтам рылась. Офигеть. Я видела вот это все на каком-то сайте, но там все очень дорого было. Ну вот такие вот дела, Полина. Это чего такое? Вау! Это сережки? Сережки Hello Kitty, да, открывай. Все, Полина у нас вся будет в Hello Kitty сегодня. Я поняла, это ты, скорее всего, с инстаграм-магазина заказывала. Ну вот. Это очень похоже на хендмейд, потому что в инстаграме делают такие вот сережки. Угу, давай я подписчикам покажу. То есть, ребятки, смотрите, есть такой типа киндер-сюрприз, и там попадались вот эти игрушки, и девочки делали из них сережки. Угу. И ты, скорее всего, с инстаграм-магазина сказала. Ну вот, догадывайся, я тебе не скажу. Такие вот серьги. Смотрим дальше, что попалось в боксе в нашем прекрасном. Я вижу. Это духи. Что? Духи. Это духи. Правильно. Они у меня уже были. Были? То есть с другим запахом. С другим запахом. Да, ты мне на дыры уже их дарила, что-то не забыла. Нет, я тебе другие дарила. Ну в плане не из этой коллекции. Другой запах был. А, так, ребятки, я уже начинаю забывать. Что-то, походу, я слишком много подарков дарю. Что ж, забываю. Открывая коробочку. Я уже чувствую запах, пахнет очень вкусно. Ага, вау. Но это уже другой аромат, да? У тебя такого не было? Угу. Посмотрите, ребят, какая красота. С кошечкой Hello Kitty. Красивые духи. Можешь именно пшикаться и быть вся в Hello Kitty. А что украшения-то сняла? Ну ладно, без украшений я будешь. Я просто хотела их в
коробку сложить. Так, ладно. Дальше я вижу детский шампунь. Да. Hello Kitty. Mm-hmm. Очень даже круто. Вот так вот он выглядит. Запахом ромашки. Ромашки. Mm-hmm. Дальше. Я вижу Jelly Belly Hello Kitty. Ты пробовала когда-нибудь Jelly Belly Hello Kitty? Нет. Не пробовала? Первый раз, кстати, вижу. Давай попробуешь. Поэтому сейчас мы вместе с вами их откроем, ребята, и посмотрим. И продегустируем. Да. Наугад я беру одну Jelly Belly-ку. Угу. Подается вот такая вот розовая. Давай, пробуем. Как тебе вкус? Ребята, знаете, меня очень флешбэкнуло сейчас. Почему? На фрутелло похоже? Нет, это бинбузлд. Ага. Вкусный, который со вкусом тутти-фрутти. А, я поняла. Ну, это и есть бинбузлд, Jelly Belly, это одно и то же практически. Поэтому вот такие вот дела. Тут у нас тутти-фрутти, всякие малиновые, ягодные вкусы. Вот в такой вот, ребятки, показываю еще раз упаковочки Hello Kitty. Давай смотрим дальше. Это маски. Пандемия как бы у нас до конца не завершилась, поэтому защищаться нужно всегда. Блин, крутые! Годовой запас масочек тебе с Hello Kitty, чтобы ты точно ходила красивенькая. Я буду в этих масках ходить. Вот, идеально. Слушай, тебе идет. Подойди поближе, я покажу узоры. Такие вот узоры с Hello Kitty. Капец. Буду тебе теперь дарить тематические боксы, Полин. Блин, круто. Давай, открываем дальше, смотрим, что там нам попалось. Открывай и узнаешь, что это. Тебе под футболку подходит. Вау. Итак, что это? Ребята, это кисточки Hello Kitty. Это кисточки для макияжа. Давай я быстренько покажу. Вот так вот они красиво выглядят. Это кисти для макияжа, миниатюрные, со специальным чехольчиком, на котором изображена Hello Kitty. Так, я сейчас это посмотрю. Давай, открывай. Как раз Поля у нас делает макияжики всякие, тени я ее уже надарила. Вау. Красивые. Тебе под футболку подходят. Это можно в дорогу в какую-нибудь брать. Да, 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 да. Миниатюрные в путешествие. Да. Угу. Я сейчас их обратно сложу, буду использовать, когда еду куда-то. Спасибо, Карин, большое. Не за что. Я вижу попыт. Это не попыт. Это для льда. Специальные формочки в виде Hello Kitty. Я тебе дам такой вот Simple Dimple на руке. Очень крутой сквиш. Так, короче, ребят, смотрите. Это такие формочки для льда. Ты заливаешь туда воду. Или можно яблочный сок, апельсиновый сок. И это будет... Можно делать и мармеладки, все что угодно. Это же форма. И можно фруктовый лед делать, замораживать сок и просто рассасывать в жаркую погоду. Угу, можно в попыт играть. Окей, дальше. Спасибо. Так, я вижу паровоз. Да, это у нас паровозик. Открывай, это миниатюрная такая, как декор для комнаты я купила. Не чтобы ты игралась, потому что, ну, я дико извиняюсь, ты уже взрослая. Но всякие такие миниатюрные штучки я знаю, что ты обожаешь, поэтому... Блин, реально как декор круто. Да, да, я покажу, и сейчас откроем вместе она, с тобой. Она, кажется, едет еще. Да, вот, это как декор для комнаты, куда-нибудь поставить рядом с карандашами или ручками. Посмотрите, какой автобус прикольный, прям вау. Нежно-розовый. Мой любимый цвет. Держи. Это очень сложно распаковывать. Он как кукла открывается. Видишь, дно? Мы, ребятки, за кадром потом этот автобус до конца откроем, потому что вот эту шнягу очень тяжело убрать. Видите, тут нужно выкручивать. Поэтому мы попозже откроем. Сейчас Полина продолжит распаковку бокса. Что там осталось? Ручка Hello Kitty. Ручки 3 Hello Kitty. У нас была ситуация, пока я распаковываю, расскажу. Давай. Мы ходим на химию в школе, в другой корпус школы. Mm-hmm. И, короче, там по дороге нам говорят, типа, рюкзаки с собой не брать, берите только тетрадку, там все, что нужно. И, короче, моя подруга взяла тетрадку и по дороге раздала ее прохожему. То есть, вам нужна тетрадка? Потом она взяла эту ручку и ручку тоже раздала прохожему. И в итоге она приходит, учительница такая, а где твои вещи? Ты же их брала вроде, мы шли, я их видела. Ну, а я прохожим отдала. Да. Капец, блин, такие подруги. Вот такие вот красивые кошечки. Сзади и спереди, сразу со всех сторон так, вам показываю. Посмотрю. Держи. Мне интересно, какой у них стержень. Тут, смотрите, даже пимпочка-то розовая. Розовая пимпочка? Да-да-да, прикольно. Синий стержень, очень круто. Буду не стержень, а краска синяя, стержень ну, это да. другое. Ну да, чернила стержень. Чернила, да. Последняя у нас или да, больше что-то еще? Последняя. Это мини-конструктор Hello Kitty. Сейчас мы его откроем. Открывай. Тут ты собираешь саму Hello Kitty, ребятки. Видите, вот такая вот кошечка должна получиться. И вот все, что нужно для этих сборов. Поэтому сегодня с тобой соберем. Давай. Давай. Все, супер. Так,
Я предлагаю рассмотреть этот поп-сокет, который мы так и не рассмотрели. Давай. Вот такой вот красивенький поп-сокет. Прикольно. Блин, спасибо огромное, Карина. Не за что, Полиночка. Ребята, у меня такая сестра, она, если узнает, что я что-то полюблю, она этого закажет кучу всего и подарит мне это, лишь бы сделать меня счастливой. Карин, я тебя очень люблю, спасибо тебе большое. Не за что, Полиночка, не реально, за что. Реально, некоторые пишут то, что я не, там, типа, не радуюсь, то, что такое. Ребят, я очень сильно радуюсь, просто я могу это как-то не сильно показывать, потому что у меня в такие моменты эмоции пропадают. Да, просто тебе охота полностью все раскрыть, я так понимаю. Ребят, я очень это ценю. Карин, спасибо тебе. Не за что большое, Полиночка. У меня тоже самая лучшая сестра, ребят, просто знайте это. Такие вот мы красоточки, сейчас будем разбирать все товары Hello Kitty. И пока прощаемся с вами. Говорим огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Полинка сейчас будет вместе со мной это все дело разбирать, радоваться, прыгать, бегать. В общем, мы с Полинкой теперь такие счастливые, сейчас пойдем гулять. Лето вовсю наступило, настроение у нас просто потрясающее. Не забывайте про то, что вы уже можете заказать мою книгу со страшными историями по ссылочке ниже в описании. Скорее заказывайте. И промокод, я вам напоминаю, вот на 15% скидку действует до 30 июня. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео. Радуйте своих близких почаще. Всем пока-пока. Пока.